Если кто-то думал, что в шапочке красной так живется просто, легко и прекрасно, нифига ничего подобного, жду я случая удобного, чтобы свалить отсюда. Если кто-то думал, что в шапочке красной так живется просто, легко и прекрасно, нифига ничего подобного, жду я случая удобного. Я знаю новые сказки, о продюсера читала. Как всегда сначала мама меня бабушке послала. В чем тут фишка, ну зачем это опять? Сколько роль эту бездарную играть? Я больше не могу. Я хочу сыграть Офелию, Аиду и Джульетту. Я артистка, я хочу в театр оперы с балетом. Ну а мне охотники и серый волк. Эх, сюжет тупой, драматург. Если кто-то думал, что в шапочке красной так живется просто, легко и прекрасно, нифига ничего подобного, жду я случая удобного, чтобы.